Всем привет! Меня зовут Егоза, и сегодня мы будем собирать с вами всякие разные комоды, тумбочки, кровати. Примерно где-то 3 недели назад мы с Дашей заказали комод. Мы заказали его один, белый комод. Мы поехали в магаз и заказали вот такой комод. 4 ящика, ну и здесь поверхность ровная. Вот такой комод мы заказали. Вот так вот он сбоку выглядит. Беленький такой, белоснежный комод. Но у них там есть бабки, нужно платить за сборку. Но мы заплатили только за доставку. Потому что мастер Егоза на все руки, стрекоза. Вот, он был полностью разобран. Вообще все было разобрано. Всю фурнитуру мы с Дашкой собрали, прикрутили. Стенки задние, шкафчики, вот это все собирается, кто собирал, тот знает. Короче, где-то часа, наверное, 2 мы делали его. Вот, в итоге вот такой шикарный комод. Все здесь классно, даже фурнитура в наборах, даже эти идут, видите, заглушечки. Чтобы все было красивенько, подпилено, сзади стеночка. Вот, вот такой вот комод. Так вот, к чему я это все? Мы сегодня с Дашей гуляли по городу, зашли в мебельный магазин, как-то случайно мы туда зашли, и снова набрали себе целую кучу только уже разных таких взрослых конструкторов. То есть, смотрите, мы взяли кровать, мы взяли тумбочки, раз, два, и мы взяли еще один комод. На 3 шкафчика. Там у нас на 4, которые я показывал, этот на 3. Так, чтобы вы понимали, это все разобранное. И опять они спрашивали, поднимать надо? То есть грузчик. Я сказал, нет. И Газа самый крутой в мире грузчик. И все это поднял. Но дело не в этом. Короче, смотрите, вот эта вот кровать. Вот так она выглядит. Вот еще от нее части. Вот еще кровать. Все это такое тяжелое, я не думал, что оно такое тяжелое, но раз уж назвался груздем, полезай в корзину. Смотрите, какая ширина. Тяжелая. Сейчас услышите звук. Я думаю, соседи его тоже услышали. Соседи, извините. Идем дальше. Это у нас кровать была. Теперь у нас вот это вот у нас такое уже тяжеленное. Это у нас комод еще один. Вот фурнитуры, смотрите, сколько. Ручки, болты, гвозди. Смотрите, вот такие вот штуки на ящики, на кровать, походу. Накладные вот такие. ПВА есть водостойкий, потому что там есть чопики вот такие деревянные, их надо будет клеить. Вот. Комод, еще раз повторюсь. И вот это у нас две прикроватные тумбы. Все это уже здесь. Матрас я уже поднял. Мы спали на матрасе, как в американских фильмах, без кровати. Есть огромный раскладной диван. Вот эта штука выезжает, та штука опускается. Это просто такой двухспальный сам фаянс. Так у меня в детстве говорили. Сам фаянс. Юра Жданов так говорил. Я не знаю, правильно ли это слово произношу. Сам фаянс. Поэтому предстоит это все сейчас собрать. Есть, конечно же, инструкция, потому что, ребят, каким бы вы мастером, фломастером не были, без инструкции вы просто усретесь собирать это, потому что смотрите, сколько здесь элементов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 14 и 3. 17. Как я долго считал, да? Это только на кровать. Смотрите сюда. Комоды. Видите, как собираются. Вот тумбочки какие. Как собираются. Вот сколько всего должно быть. Знаете, почему я это все соберу? Потому что мне будет помогать мастер Дарья Андреевна. Дарья Андреевна мастер, да. Мы тогда, когда собирали тот комод, это была жесть. Там же ж правая сторона, левая, и здесь то же самое будет у комода. Правая сторона, левая, тот ящик, не тот.
А я все лепил просто на ящике. Пойдет, потом, блядь, что-то не сходится. И переделывал. Поэтому тут надо... Я тебе говорила тогда, ты меня не слушал просто. Тут надо просто... Там же надо слушать жену свою. Жену? Жену? Сказала, саму выписала. Ее саму аж выписала. Зачем ты сказала жену? Давай сейчас. Не хочу, это было так как-то неправильно, мне кажется. Жену?